Ну что ж, привет, дорогие друзья, и сегодня я продолжаю проходить Майнкрафт с модом Pixel Mod. И в этом моде я собираюсь пойти в шахты, да, в эту большую. Как вы уже заметили, я себе сделал небольшую плантацию и посадил еще один гриб. Ну что ж, пойдем в шахту. Я постараюсь хотя бы найти один диамант, постараюсь, если найду. И чтобы сделать себе лечилку для покемонов. А то мой покемон уже умер. Думаю, вы уже заметили. Так, я уже себе сделал железную кирку и ведро для того, чтобы сделать себе плантацию. Ну что ж, пойдем. Постараемся хоть что-то найти. Уголь, думаю, не нужно много. Ну, хотя, пусть будет. Так. Да, вот это падла и убила моего покемона. 44 уровень. Неплохо. Я постараюсь делать, ну не знаю, 1-2 эпизода в день, если получится. Иногда 3, если буду иметь свободное время. Как получится. Ну, это только первые эпизоды, потому и они не очень такие интересные. Так как это только начало. Добывать немножко ресурсов, делать себе дом. Я обещаю, что следующие эпизоды уже будут немножко интереснее. Так как там уже будут сражения с покемонами. Так, фу, сколько лавы. Кстати, тут еще есть такой как бы плюс в этом моде, что ты можешь найти сундуки по всему миру, и неважно где, в шахте, на, не знаю, везде, в НПС, деревнях, везде. И эти шахты содержат разные бонусы, такие как, ну, лечилки маленькие для покемонов, разные покеболы, редкие и не очень. Ну, их очень сложно найти, эти сундуки. Ну, как сундуки? Они выглядят как обычные шарики, покеболы. Размещены по всему миру. Кстати, спасибо всем за первые подписки, за первые лайки. Мне очень приятно, я вам очень благодарен. Серьезно. Я постараюсь в каждой серии улучшать мое видео. Ну, как улучшать? Делать все намного лучше. Постараюсь. Давайте мне советы, что и как лучше делать. Так, идем дальше. Еще немножко угля. Кстати, мне бы еще золото нужно. Оно здесь как бы нужно. Ну, не чтобы очень сильно нужно. С помощью золота здесь можно делать, фу, даже не знаю, как это называется, вроде Rar Candy. Это типа такие конфетки, выглядят как конфетки. Типа вызываешь своего покемона. Даешь ему эту конфетку одну, и ну просто он встает на один уровень больше, качающим уровень.
Но это не обязательно. Так. Куда бы сейчас пойти? О, вот как раз и золото. Так, поломалась кирка. Ну что? Сделаем новую. Новую. Так. Три железа. Вот так. Ну что ж, подождем немножко. Да. Еды он у меня много нету. Только это, гнилая. Пусть будет. Давай, 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 давай. Вот, готов. Так, палки, железо и кирка. Ну что ж, поехали дальше. Уголь, я уже думаю, не знаю, думаю, уже не нужно больше угля. Иду дальше. А вот железо нужно. И много, как я уже говорил. И редстоуна тоже, чтобы сделать потом компьютер. Компьютером это... Подождите. Компьютер делается для того, что у тебя может быть только 6 покемонов. Вот тут. Только 6. В команде. При себе как бы. В инвентаре. Если ты хочешь просто больше покемонов, хочешь там, например, еще 2, 3, 4, 5, 10, 20 покемонов, просто захвачиваешь, ну, не захвачиваешь, ловишь их, и просто они как бы автоматически отсылают, ну, когда ты их ловишь, они автоматически переходят тебе в компьютер. И ты можешь спокойно пойти домой, взять с компьютера себе, ну, какие хочешь покемоны, можешь поменять их. Опа! Вот, я вижу, удача нам улыбнулась. Хотя бы один диамант уже будет. С помощью которого я себе сделаю лечилку для покемонов. И уже будет намного интереснее. Так, главное не упасть. Как всегда, закон подлости. Дальше я уже думаю, не пойду. Много. 2, 3. Сколько их тут? 6, 8? Мне вообще-то один нужно было. А не, 8. Ну что ж. Хорошо. Мне же лучше. Фу, еле не упал, еле упал. Так, теперь мне бы нужно найти алюминий, с помощью которого я сделал себе лечилку для покемонов. Ну, как назло, диаманты я нашел, а алюминия не будет. Ну, сейчас посмотрим. Железо, железо. У, какое железо, золото. Вот тут железо, да. Вот оно. Мне бы теперь не помешал бы алюминий, хотя бы, не знаю, 4 штуки. Ну, если больше будет, будет лучше. Да, 8 диамантов, я вижу, мне повезло, очень. Так и мне вообще нужно было только один, максимум 2.
8, это уже мечты. Чтобы лавы здесь не было. Еще я заметил, много людей писало в видео, что у меня плохой звук и чтобы я купил новый микрофон, не знаю. Если после этого видео звук не поправится, прошу вас напишите комментарии, что звук или еще хуже стал, или остался таким, как и был. Буду вам благодарен. Так, кстати, вот что мы нашли. Этот камень огня, он нужен для того, чтобы прокачивать к последней стадии покемонов, как бы к последней эволюции. Например, вот Шарманды. Это покемон огня. Ну, для него это не нужно. Ну, например, не знаю, какой покемон. Вулпикс. Чтобы прокачать его к последней стадии, для него нужен вот этот камень. Firestone Shard. Ты собираешь 9 штук. Да, 9. 9 или 8, не помню. Вроде 9. И просто вызываешь его. И как бы используешь этот камень огня на него. И он превращается, ну, в следующую версию. Эволюцию свою. Ну, мне этого не нужно. Не знаю почему. Что-то мне сегодня очень везет. Сколько их тут? Да, наверное, после этого похода в шахту я запасусь на целую жизнь. Так, 4 или сколько? 5. Фу. Хорошо. Уже 2 раза нашел. Что, сделаю себе кирку, наверное. Алмазную. Бронь я не вижу себе смысла делать. Вообще, даже железную. Ну, может. Просто так, для украшений. Так, мне бы теперь алюминий нужен. Очень. Я уже 2 раза нашел алмазы. И с такими залежами. По 8, по 5 штук. Алюминий не могу найти. Да. Как-то это не очень. Так, тут что у нас? Тупик. Ладно. Обойдем. Опять сюда. Возвращаемся. Карта грузится или что? Подлагивает. Нету алюминия. Так, я что-то слышал. Кого? Еще раз. Зомби. Значит, где-то рядом есть спаун. Я уверен. Где-то за этой стеной. Или, не знаю. Да, где-то там. Ну, нам он не нужен. Так. Факелы бы сделать. Хватит. Даже много. Думаю, угля нам уже достаточно. Нет. Так. 13 диамантов имею, ни одного алюминия. А его еще проще найти, чем, не знаю, чем золото. Но тут его что-то нету. Ладно, поищем. Время имеем, я так думаю.
Так. Вот здесь. Нету. Железо, железо. Нету. Здесь вот таких камней, как я рассказывал об этом камне, камне огня. Таких камней вроде есть, не знаю, вроде 6 или 7 штук. Камень огня. А вот и... Вот и спаун зомби. Ну, нам он не нужен. Небесная кара. Это вообще для чего? Если я не ошибаюсь, для меча. Или могу ошибаться. Не знаю. Мне он не нужен. Удача. Седло. Порох. Не знаю, думаю, не нужно. Спаун мне не нужен. Спаун зомби. Так о чем я говорил? Об этих камнях. Их вроде 6-7 штук есть. Камень воды, камень огня, камень молнии, камень, вроде камень листвы. Типа, их можно найти на разных деревьях. Камень воды, ну, я уже сказал, камень воды можно найти в речках, в озерах, сразу под водой. Еще как камень молнии можно найти на крупных горах. Ну, очень сложно найти. Для меня это самый трудный камень, какой можно найти в этой игре. Камень молнии. Как раз он мне будет нужен, так как я собираюсь найти Пикачу и потом эволюционировать его в Райчу. Так, тупик. Так, ладно. Я уже не знаю даже, что делать. Мне нужен алюминий. Ну ладно, поднимемся наверх. Может, там где-то будет, если повезет. С диамантами повезло очень, даже слишком. 13 диамантов за один заход в шахту. Когда мне нужен был только один. Это хорошо. Еще железо. И что это, да? Вот и вторая кирка поломалась. Да, очень вовремя. Ну что, поделаешь. Так, лыжник. Печь. И 3 железа. Ждем опять. Недолго. Один. Два. Два. И 3. Давай. Быстрее. И 3. Готово. Хватит. Так, теперь железо. Так, палки. Где палки? Нету. Ерундиск. Это чтобы делать покеболы, но об этом не сейчас. Так, дальше. Все. Имею кирку. Можно копать дальше. Фу, как мне алюминий нужен. И как назло его нет. Как назло. Сейчас постараемся найти наверху. Может где-то будет. Железо. Так, уже умираем. Сидим эту пакость. Что
что-то глубоко мы забрались. А, да, хорошо. Чуть не умер. А, вот уже и выход. Уже песок. Да, хорошо. Песчаник. Так, ночь на дворе. Ладно, а где мой дом? Я думаю, где-то тут, в этом направлении. Забыл поставить waypoint. Сейчас поставлю сразу. Думаю, где-то тут. Да. Вот тут. Уже вижу дом. Бежим, бежим, бежим. Не хватает только алюминия. Да, вот это проблема. Так, это уже дозрело, я так думаю. Да. Две штуки. Можно еще посадить. Что я хотел? Так, лучшие диаманты поставлю в сундук. Делаем себе печку. И переплавим, переплавим. Что мы переплавим? Да, железную руду. И пойдем искать алюминий. Так, факел, да, вот тут. Алюминий. Ты где? Можно падать? Можно. Не знаю, наверное, я просто тихо говорю, поэтому вы думаете, что меня плохо слышно. Постараюсь говорить немного громче. Еще раз повторюсь, напишите после этого видео, после просмотра, слышно меня хорошо или нет. Буду вам очень признателен. Так, что-то алюминия вообще нету. Уголь. Вот. Нашли, 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 нашли. Четыре штуки мне до. Мне хватит. Тут их, думаю, где-то 6-5, не знаю. Так. 6 штук есть. Ну что, дорогие мои друзья, думаю, на этом я закончу этот эпизод. В следующем эпизоде я себе сделаю уже лечилку для покемонов. Думаю, думаю, в следующем эпизоде уже пойду добывать обсидиан, чтобы пойти в ад и чтобы сделать себе компьютер. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Эдисон, всем удачи, всем пока.